Здравия желаю, уважаемые братья и сестры. Сегодня у нас вечный двигатель на базе вечного двигателя, ребята. Второго рода. Мощный обогреватель. Два тена, ребята, по 600 ватт. Расход 0. Нагрев, ребята, до 500 градусов. Расход 0. Сейчас мы посмотрим, ребят. Вот, значит, показания ваттметра на расход. Вот это оно, включено ваттметр. Как видите, расход системы 0. Применяется реле, ребята. Секунду. 3 секунды даем питание на систему. 1 секунда идет возврат тока. В итоге у нас нулевой, ребят, нулевой расход. Значит, 2 тена прогревают, ребята, комнату до 100 и выше кубов. То есть мощный обогрев. Даже вот на расстоянии стоит 2 метра, уже чувствуется тепловое поле. То есть большое КПД. КПД, ребята, там очень большое. Бесконечное, в принципе. А сейчас, уважаемые братья и сестры, я ознакомлю вас со схемой этого замечательного. Итак, схема, ребята, изделия. 2 тена, каждый по 600 ватт, в сумме 1,2 киловатта. Нагрев свыше 400 до 500 градусов. Применяется реле Амрон. 3 секунды подаем питание, 1 секунду отброс тока назад. Расход системы 0 ватт. Благодаря этой системе, ребята, вы можете бесплатно отопиться зимой в помещениях до 100 кубов и выше. Как происходит? Подали питание, она, ребята, за 3 секунды нагрелась, вот, и работает на самозапитии. За 1 секунду она отдает обратно ток. Вот такая схема. Благодарю вас за внимание. Всем удачи и стального вам, ребята, богатырского здоровья.